Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Soul Knight. Выбираем персонажа. Кстати, лавовый рыцарь, я купил, ребята, его за гемы. Он у нас тоже трехзвездочный. Так, секундочку. Кто у нас еще есть? Так, мы можем с тобой открыть расплавленное ядро. Так, кибер-рыцарь. Подожди, а рыцарь у нас... А, он за донат. Как получить вот эту панду, а? Оставайтесь с нами. Непонятно. Облик босса. Великий темный рыцарь. Друзья мои, вот по моему мнению, это самый, наверное, из сильных боссов в игре. И еще слизень. Для меня, по крайней мере. Так, обжор от Таоты 10 тысяч стоит. И этот рыцарь наш стандартный, который тоже у нас имеет 3 звезды. Но я, наверное, возьму все-таки вот этого лавового рыцаря. Я, правда, не знаю, в чем у них, ребята, разница. Ты знаешь, нет? Вот и я не знаю. И почему вот этот вот здесь стоит? Почему я не могу его активировать, а? Вот этого вот чудика. Кто мне подскажет? Никто. И... Так, что это? И как вот мне выбрать кошечку, а, например? Тоже никто не подскажет, да? Естественно. Также, друзья мои, я играл тут на днях. И сфейлил целую кучу бабла. Точнее, гемов. А почему? Потому что вот сюда я пришел, на эту фабрику, и приобрел себе чего? Так, нет, ребят, вру, не на фабрике это было дело. Вот здесь вот, что ли, у нас? Сейчас посмотрим. Или же это было вот здесь? Стол конструктора. Так, вот, друзья мои, видите, галочка стоит? Я потратил 2000 гемов, купил, но мне никто не сказал, что он одноразовый. То есть, если ты погибаешь, то его больше не будет. Так что 2000 гемов я просто сфейлил в трубу. Ладно. Так, вот что вот это такое? Вот объясни мне. Почему здесь ничего не происходит, ребят? Что это такое? Так, смотреть телевизор. Героический лук. Блин, героический лук. Мне знаешь, что понравилось больше всего? Рыба-лазер. Легендарное оружие. Так, подожди, а у нас что-то на почте есть? Что у нас тут есть? Так, удалить новинки. Так, по-моему, здесь ничего нету. Все одни письма. Ничего абсолютно нету. Так, что у нас у курьера? Получи и распишись. 500 гемов он мне дал. Офицер, так. Задание выполнено. Рождественский энд. Так, 300 самоцветов, семена железное дерево и бесплатный пробный купон. Так, что у нас тут? Больше врагов в подземелье. Максимальное число усилений минус 3. Бесконечная энергия. Все оружие при использовании получает. Че получает? Непонятно. Но я хочу взять, ребята, этот челлендж. Тем более бесконечная энергия. Вообще имба. Дуб. Так, его надо полить, друзья мои. Дуб этот. Или он уже вырос? Че, я его могу собрать, что ли? Так, давай сюда, наверное, мы с тобой посадим рождественская елка. Вот, железное дерево пускай растет у нас здесь. Фига, у меня тут тысячелетний бамбук вырос. Ух! Ё-моё, это что такое? Ого! Подожди, не хочу я пока ничего открывать. Ну нифига я с таким бамбуком буду бегать. Я возьму, ребят, я оставлю его себе. Побегаем. А почему бы и нет? Так, ну что? А он энергию... Он тратит энергию, да? Паладин. Люблю этот сериал. Ну и люби дальше, холодильник. А, ну да, ребят, я вот здесь, кстати, смотрел видосики, ну, рекламу. И копил себе гемчики. Кстати, очень прикольно, мне понравилось. Так, а что у нас в сейфе? Так, первая монета плюс 2. Непонятно. Так, а вот сундук, для чего нам дан сундук, а? Ну-ка, дай-ка... Зачем мне ваш первопроходец? Не надо мне, дайте мне бамбук мой.
Ну что, погнали тогда? Поиграем, друзья мои. У нас все-таки с вами челлендж. Блин, когда я пройду третью миссию 3-5, будет такое вообще счастье для меня или нет? Так, больше врагов, да, сказали? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да куда там, что там лезет? Тихо. Ага, подбили макаку. Давай, давай этих. Уходим. Ну, врагов действительно стало очень много. Но бамбук меня вот этот очень радует. Тихо, блин. Все? Нет, не все. Так, давай стрелять. Подбили. Так. Че, кто-то еще остался? Нет. Так, двигаемся с тобой дальше. Куда нам? Вниз? Давай вниз сюда, прогуляемся с тобой. Опа. А вот это что у нас? Наставник. Так, раскрыть твой потенциал. Конечно, хотелось бы, но у меня не хватает монет. Так, враги. Воу-воу-воу-воу-воу. А, так мы в ближнем бою еще, помимо того, и можем отталкивать это, этим бамбуком, да? Так это ж прикольно. Готово. А ну-ка. Монетки собрали. Наверху у нас сундук. Пойдем-ка посмотрим, что там нам предложат. Пушка лассо. Ну давай. Кстати, эта пушка неплохая на самом деле. Я ее вспомнил. Она не тратит энергию. То, что нужно. Так, ну а мы с тобой выходим отсюда. На следующий портал. Так, выберите бонус. Устойчивость к заморозке и дополнительное время заморозки врага. Давай вот это, наверное, с собой возьмем. Потому что больше здесь ничего нормального нам не предложили. Обманщик, иди ты в пень. Даже не буду к тебе подходить. Потому что ты обманщик. Так. Окей. А со слизнем, да, ребята, я вот в прошлый раз играл. И я прятался за всякие там, ну, перегородки. Он их все снес, этот слизень. Он бомбил просто без остановки там. Причем я был в костюме робота. И это мне не помогло. Он меня разнес. Вначале сломал костюм, а потом и меня сломал. Вот так вот. Что там? Сломанный Эфис? Не хочу никакой сломанный Эфис. Бомбим. Так. Воу-воу-воу-воу, какая-то она меня что, травила? Меня травила эта букашка. Понял? Ну, где вы там? Макаки. Есть контакт, разобрались с ними довольно легко. Так, мы внизу еще. Подожди-ка, мы сейчас еще и вниз с тобой сходим. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо, 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 не надо ко мне лезть сюда, отвалите от меня. А что случилось? Я, если честно, не понял, что произошло. Кто меня уничтожил, а? Так, да что ж такое, это целая куча врагов. Давай отбиваться. Где они там? Все, подбили мы их всех. Так, а я вот внизу был. Где у нас восклицательный знак? По-моему, я здесь был, да? 30 монет просили. Опа. Храбрость находится между трусостью и безрассудством. Давай иди ко мне. Лежи там, отдыхает, понимаешь ли. Мне напарник не помешает. Так, ну теперь мы... теперь мы можем отсюда сваливать вообще. Да, бамбук, конечно, очень большая палка. Занимает большую часть экрана. Но ничего не поделаешь с этим. Так. Поехали. Опа, 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 опачки. Тихо, 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 родные мои. Родные мои успокоились. А, там, блин, копик бросает. Турель это, да? Все мы его уничтожили.
сходим сюда вниз. Проведаем обстановочку. Наставник. Обучить наемника, да, обучи, пожалуйста, его. Так, еще можешь обучить же? Я же знаю, можешь. Так, он стал сильнее. Еще стал сильнее. 40, нифига себе. 40-ничек попросил у меня наставник. Тихо. Да, врагов действительно стало больше. Больше элитных, больше всяких, да, тут прыгает у нас. Блин, как же мне вот взять другого... Тихо! Вот котиком надо поменять, уже давным-давно. Согласись. На какого-нибудь другого питомца... Я так, честно говоря, я не понял. Вы написали, что нужно там взять, подойти к животному? Ну, подходил я, что-то ничего не менялось там, если честно. Так, ну что, мы с тобой наверх, наверное, сходим, да? Тут у нас сундук. Ага. Слушай, наверное, мы здесь с тобой брать ничего не будем, нам не нужно. Давай просто отсюда уйдем. Просто тихонечко с тобой отсюда свалим. Так, а это что такое новенькое? Так, увеличение области атаки лазерного оружия. Пули могут отрикошетить. Блин, максимальная энергия, но мне она не нужна. Фиг его знает, ребят, ну взял вот это вот. Другого пока, ну, ничего не нашел. Лучшего, как говорится. Погнали. Ага, уже стоят. Стоят, ждут меня. Давай, вжариваем. Ой! Я бы лучше, конечно, с удовольствием взял бы что-нибудь на броню, на хп, на увеличение. Так. Стопэ. Уходим. Эх, гусеница паршивая, а? Она меня еще и отравила, да? Да, она меня или отравила, или замедлила, что-то такое. Так, разобрались. Все этими палками усыпано здесь. Немножко они даже отвлекают. Опа. Оружейник. Усилить текущее оружие, давай. А еще сможешь? Чего? Точильный камень? Так, подожди, у меня же... Блин, у меня уже и так был точильный камень. Ну ты инженерочка, да. Обманул меня, получается. Дал точильный камень, а у меня и так он был. Топор. Заваруха. Так, что там? Что за бомбардир? Что такое, ребята, бомбардир написали мне? Что это означает? Я, честно говоря, не особо понял. Было бы неплохо, если бы был бы такой персонаж, бомбардир. Тихо. Так, сейчас мы его подобьем. Окей, справились. Может быть, это как ачивка какая-нибудь, а? Бомбардир. Ну, а почему бы нет? Было бы неплохо. Так, ну что же, мы с тобой перелетаем. Ага, вот здесь у нас будет уже босс. Мне бы какую-нибудь животинку бы не помешало бы, да? Кабанчик или еще что-нибудь в этом роде. Слушай, я не могу понять, у меня вот этот бамбук, он уничтожает пули вражеские или нет? Как-то вот не вижу нифига. А кто запускает эти метеориты? Тоже не могу понять. Они что-то летят тут со всех сторон. Ну, от... А, вон. Нет, это не то. Это обычная обезьяна. А там именно метеориты такие летели. Опа, спасибо. Так, давай. Вот это уже другой разговор. Как раз на босике это нам пригодится. Так, ну что, сюда, наверное, сходим с тобой, да? Стоп, уходим. Прячемся. Эй, да, ребята, мы можем с вами отбивать лазеры, прикинь? Это круто на самом деле. То есть, уничтожаем патроны. Пули вражеские, да? Ну, это хорошо тогда. Так, иди отсюда, макака. Ты достался с этим фейерверком, там бегаешь.
Ну что у нас? Пойдем-ка, наверное, мы вниз прогуляемся. Да? Вот здесь вот. Что у нас тут будет? А? Тихо, тихо, тихо. Тотемы. Взрывы какие-то. Блин, бедный, сейчас у меня этот погибнет, а? О-о-о-о. Блин, еще не меньше врагов. Ух, стрелы со всех сторон летят. Надо вот эти вот тотемы, я не знаю, как назвать их, уничтожать. Да какого лешего-то? Я думал, мы его подбили. Слушай, это, по-моему, рыцарь вызывает. Вот этот вот метеорит, он когда подбегает на удар, делай, да, и метеорит прилетает. Так, ладно, мы с тобой двигаемся вот сюда. Так, активируемся. Давай, бомбить. Ну, шикарно. Так, вот сюда зайдем. Готово. Так, наверху у нас с тобой сундук. И к боссу пойдем. Но здесь нам, наверное, ничего с тобой не нужно. Или нужно? Снежная лиса. О-о-о-о-о. Так, справились. А что он бомбит-то бесконечно? Эй! Друзья мои, я ничего не делаю. Он бомбит, и он тем самым очень быстро мне тратит энергию. Так, что за босс? Золотая маска. Слушай, я такого босса не видел. Ого, он там взрывчатку. Тихо! Давай. Вжариваем его. Блин, я нифига не могу понять. Ядрёна вошь. Да как так-то? Твою налево, ребята. Так сфейлиться тупо, а? Да, даже первого босса не прошел. Чё за фокусы такие? Нет, меня такой расклад не устраивает. 3 звезды. Лавовый рыцарь. Кстати, мы можем его улучшить. Оу! 4 звездочки. Слушайте, ребята, если я посмотрю рекламочку, а, с вашего позволения. Так, у нас что-то опять на почту пришло. Где у нас реклама? Так, ладно, выберу его. Так, посмотрим, что у нас тут на почту пришло. Ага, получено достижение бомбардир. Искатель приключений, поздравляю с достижением. Так, и что? И никакой награды, да? Просто меня поздравили. Глупо, тупо, ладно. Так, что же мы с тобой можем сделать? Блин, я остался без оружия хорошего, а? Так, этот бамбук надо полить, наверное, да? Скорее всего, давай польем. Тут, кстати, тоже, наверное, железное дерево. Полить-то надо его? Полить. Так, а здесь? Полить. Пускай растет. А дуб тоже надо полить. Ну вот, полили. Так, как же мне вот этого взять? Я не могу понять. Священника, как его взять? Доска объявлений. Челлендж продолжается? Хе. Мусорное ведро? А, ну понял. Эльф. Так, что у нас тут? Галерея. Это картинки же просто, да? Это картинки. Так, вот это код удачи. Так, а у нас с тобой 3 рыбки всего лишь, 3. А вот она, панда, оказывается, где получается, да?
Ну, посмотрел телевизор и получил 20 голды. Слушай, а для чего голда здесь? Объясни-ка мне, для чего здесь голда нужна? Гемы я еще понимаю. Может быть, гемы это и есть голда? А, нет, голда это вот эти вот монетки, да, у нас? 22, все, я понял. Так, а что у нас тут? Вот Гасипян. А, я даже не смогу сделать, да? Так, ну что, ладно, давай еще сделаем с тобой одну заходочку. Так вот, возьмем, наверное, с тобой вот этот вот героический лук. 5 энергии будет тратить. О, недешево. Так, волшебный синий осколок и купон. Нет, я, наверное, все-таки возьму лук героический. Если нужно заказать отправку по ссылке, закажите в приложении Яндекс.Гоу. Яндекс.Гоу. Быстрая доставка посылок и грузов. Так, ну и что? А, лук. Так. О, как он стреляет. Ну и энергию он, конечно, тратит моментально. Ладно, ребят, давайте посмотрим, куда я смогу пройти. Слушай, ну, конечно, меня вот удивила эта маска, которая меня подбила. Причем так легко. Так, да подожди ты, что там застрял-то? Мне нравится, что у нас здесь энергия бесконечная, поэтому мы можем себе бомбить здесь налево и направо. Она у нас все равно восстановится. Так. Окей. Да что ж ты будешь делать-то? Бьешь их, бьешь, и они все равно появляются и появляются. Так, тут у нас кто? Тут у нас сундук. Что там? Футбольный мяч. Хотя... Что за футбольный мяч? Ну, я даже не знаю, ребят. Чип брутальность. Ладно, пускай будет. Все равно у нас другого ничего нету. Так, сейчас мы с тобой здесь проверим. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фига, тут бомбическая сила. Так. Куча врагов. Шамана завалили гигантского. Так, уходим. Да, когда вот такая вот стрельба идет, непонятно, где пули летят, где там что, что происходит. Немножко отвлекает, согласись. Так, давай-ка наверх сбегаем. И все-таки объясните мне, ребята, в чем разница между обычным рыцарем и вот этим лавовым. Я, если честно, никакой разницы не вижу. Вообще никакой. Поэтому очень будет приятно почитать ваше мнение, ваши комментарии. Так, тихо, 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 шаман. Где сундук? Куда-то сундук дел, вот он. Так, ну что, мы... Ага, мы еще не были в одном месте. Давай туда сходим с тобой по-быренькому. Вот сюда. Так, напарничка бы, конечно, бы... Опа, а это как раз и есть, да? Это как раз и есть у нас напарники. Нанять, да. Че, только один? Нет, втроем. Вот их бы прокачать, было бы вообще круто. Трое чувачков таких, да? С нами бегать будет. Так, ну что, отправляемся. Так, выберите бонус. Возьми в бой дополнительное оружие. Эффекты статуи активируются, да? Так, давай вот эту. Я, кстати, не видел что-то в последнее время, чтобы здесь попадались мне статуи. Просто без статуй. Они, по-моему, начинаются со второго раунда, да? Поехали. Расколбас капитальный. Обожаю делать это под ультой. Просто шикарно. Просто валим всех и все. Так, кабан. Готов, парень. Воу-воу-воу. И единственное, что вот мне нравилось в костюме робота, у него была защитная аура, которая могла уничтожать все снаряды, которые летели в тебя. То есть ты нажимаешь... Так, постой. Ты нажимаешь там
такая аура расходится, и все пули просто исчезают. Вот в этом, да, был прикол. Йоу! Давай, вжариваем. Без расслабления. Единственное, что, знаешь, мы сюда пошли, у нас даже гемов нету, мы не сможем с тобой бесплатно оживиться. Точнее, бесплатно сможем, но не будет второй попытки. Так, ну что, идем наверх. Заходим. Никакого бонуса нам не дают. Фиг с ним, перебьемся. Вперед. Так, активируемся и погнали. Сразу. Так, тихо. Кто там так бомбит-то? Шаман, ну естественно, шаман. Кто еще может так делать? Воу-воу-воу-воу. Целая куча врагов. Пули свистели над головой. Но мы с тобой отбиваемся. Так. Окей. Все мельтешит. Ничего не могу понять, что происходит. Зелье энергии. Так, кабан. Поехали. Так, сходим наверх. Сразу активируемся. Почему я, когда активирую ульту, он сразу слазит с кабана? Ну зачем так делать, а? Я не понимаю. Запрыгни ты на него. Не хочет. Это вот раздражает, конечно. Немножко непродумано. Зелье здоровья. Берем. Значит, не будем с тобой активировать никакую ульту. Будем просто с тобой стрелять. Энергия у нас с тобой бесконечная. Так, подожди. Энергия у нас с тобой бесконечная, так что... Так. Давай, наверное, вот сюда. Нет, вот сюда. Что он там мне выдаст? Вот же вчера, а? Дает кристалл, который у меня уже есть. Что-то этот инженер не очень мне хорошо нравится. Поехали. И опять слез, да? Опять ту же самую ошибку сделал. Йо, просто это, смотри, что происходит. Давай. Всех. Отлично. Подбили. Сундучок, вот он. Так, дальше у нас есть сундук внизу. И уже там пойдем потом в портал. Зеленый лук, не хочу. Не хочу я никакого зеленого лука. Забегаем в... Ага, вот. Так, броня плюс один. Двойной урон. Так, это понятно, иммунитет к огню, взрывам. Увеличение урона от огня врагам. Не, давай-ка вот это вот, наверное, мне. Броню. 1-4. Так, еще уровень будет босс. Да? Ё-моё. Терпеть не могу я этого шамана. Метательный топор. Так. У нашего кабана очень-очень мало здоровья. Очень мало. На микронах живет, грубо говоря, наш кабан. Ну где это там, блин? Твою же налево, ты достал. Опа, сматываемся. А, все, у меня, друзья мои, у меня закончился мой кабанчик, к сожалению. Уходим. Так. Я вижу, там семена лежат. Ну куда ты со своим бумерангом тут лезешь, эй? Шлепанью. Так, забираем. Где сундук? Вот он. Сундук. Так, я пойду вот сюда схожу. Здесь у нас еще сундук лежит. А-а-а, совсем забыл, блин. Готов. И здесь мы тоже с тобой не были. Нет, здесь я был. Поехали. Езжай, говорит, осторожней. Да как же тут осторожнее езжать, если... Да блин, прижучили. Все? Нет, не все, вон.
Что-то у нашего кабана, ну вообще моментально, ребят, за руль улетает. Еще что ли одного пойти купить, а? Слава богу, у нас денег с собой хватает. Пойдем, наверное, возьмем. Сейчас, наверное, потребует штук 40 монет, да? Подожди. Че, у тебя закончились, что ли, кабанчики? Да ну. Может быть, я слез нечаянно? Да нет, вот он, мертвый. Слушай, а что вот это вот, если мы с тобой накапливаем заряд? Он как-то улучшается или усиливается? Тоже непонятно пока, да? Ладно. Все усеяно стрелами. Офигею. Ладно, заходим в портал. 1.5, и здесь у нас уже будет босс. Будем с тобой работать через активацию. Воу-воу-воу-воу. Цветочки. Тихо ты. Готово. Так, монеты мы с тобой просто гребем рекой. Это, видимо, из-за челленджа, да? Так, тихо. Наставник, да, прокачивай. Еще хочу прокачать его. Еще. Еще. О! Прям здоровее меня даже стал, чувак. Поехали, через активацию, ребят. Естественно, все через активацию. Упс, промахнулся. Так. Уходим, 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 уходим. Ох, пуль свистели над головой. Ну что ты там стоишь, шалобуда? Так, где сундук? Вот он. Окей. Так, теперь мы сюда бежим. Да запинает этого, блин, ханорика. Гигантский просто был шаман там стоял. Я этих шаманов уже знаю, как облупленных. Начнут там потом вжаривать по полной программе. Зачем нам оно надо? Так. Йоу, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну, кабан, вали нафиг. Давай-давай-давай-давай, бомбим. Есть контакт. Ой, гигантский цветок. Если вот так вот сделаем. Все. Слушай, ну мне нравится, ребята, что у нас, во-первых, бесконечная энергия. Бесконечная, мы можем с тобой просто тут строчить налево и направо. Это прикольно. То есть, таинственный торговец. Пузырь с усилением. Зелье силы. Ракетная установка. А, ну да, это он у нас отнимает здоровье. Нет, не хочу. Он же у нас минус здоровье сразу сделает. Поэтому обойдемся. Ну что, ребята, босс кто? А, ну это Энд. С этим мы с вами боссом дрались. Давай, 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 давай. Че там? Заводчик ежей? Ну хорош, 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 елочка. Заводчик ежей, огромных ежей. Так, семена. И сундук. Че там? А, пилюля, ё-моё, ну что за милюля? Пилюля, что за пилюля? И в чем прикол этой пилюли? Пш, мяч хотя бы рикошетит. Подожди ты. Мяч хотя бы может рикошетить. Так, дай мне, пожалуйста. Так, ну что? Семена рождественской елки мы с тобой забрали. 2-1. Блин, дай, пожалуйста, аптечку, а? Есть. Когда он умудрился мне урон нанести, а? Да ну, куда-то в ед-то залез. Да господи, тихо. Копьями там бросается еще, а? Есть. Так, куда мы с тобой рванем? Давай сюда сходим, наверное, посмотрим. Блин, мне бы лечилочку, а?
отличилочку бы мне было бы самое то. А без нее как-то фиговенько. А-а-а, призраки, забыл про них. Так, тихо. Тотальное уничтожение, друзья мои. Тотальное. Все? Все. Метательный топор. Нет, не хочу я топоров никаких метательных. Я хочу взять где-то хилку. Снежная лиса. Так, подожди, снежная лиса. Слушай, а может быть нам с тобой взять снежную лису, а? Да блин, да что ты... Так, ты мне отдай, пожалуйста, гранатомет. Вот так вот мы с собой, наверное, оставим. Посмотрим. Слушай, ну неплохо. Лук, конечно, получше, мне кажется, будет. Во-первых, летят в три стороны стрелы, да? Причем наносят неплохой урон. Вот. Вот что мне нужно было. Мы с тобой вылечились полностью, ребята. Тихо. Я офигею, мы тут с собой наяриваем. Смотри просто, как ультушечка срабатывает. И самое главное, что у нас прокачан наставник. Ну, мой помощник. То есть он не самое последнее фуфло здесь. И он очень мне хорошо помогает. Так, что у нас тут? Печка для переплавки. Я, честно говоря, ну не хочу переплавлять. Ничего, мне нравится, как у нас с тобой сейчас все это выглядит. Так, тихо, блин, зачем я подставляюсь под снаряды-то? Тихонько. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что происходит. Привидение это корявое. Что опять? Ведьма. Оу-оу-оу. Тихо, у меня брони нету. Кабан тут еще прилетел. Накапливайся, накапливайся, броня. Как она долго копится, эй. Че врагов-то так много, эй, секунду. Слишком много. Ах, ты еще и копье в меня, а? Кинул. Труба, конечно, дело, труба. Так, давай с тобой посмотрим, что здесь за сундук. Мне здесь ничего не нужно. Погнали. Портал наверху, да? Портальчик у нас наверху. Заходим. Это будет у нас 1-2, получается, да? А, 2-3. Какой 1-2-то? Так. Блин, жаба. О-о-о, там взрывчатка ядовитая находится. Тихо. Давай-давай-давай-давай, бомбим. Где там? Кто там? Я не вижу никого, ребят. Просто стреляю наугад вниз. 100% кого-нибудь да подобью. Отлично. Так, дальше мы сходим с тобой вот сюда. Возьмем ящик. Что там у нас? Алебарда. Нет, не буду я брать алебарду. Или буду? Нет, не буду. Не хочу. Давай вот сюда вниз сходим. Печь пересоздания. Наверное, тоже не буду, ребята, использовать ее. Что он там может мне пересоздать, фиг его знает. Клетка. Разрушить. Чудовищно. Так, что ты, наставник? Так. Подожди, она... Все? А чё? Блин, один раз всего лишь могла. Блин, ладно. Один раз всего лишь могла мне помочь. Как-то не печально звучит. Трындец. Давай завязывай, капитошка.
привидения тут со своими этими шариками. Так, секунда, ведьма. Уходим, уходим. Слушай, я не понял, ну, а почему этот... мой рыцарь, почему он ходит с оружием, со старым? С мечами с этими, с какого вдруг перепуга-то? Он же вроде бы с автоматом бегал. Что происходит? Давай вжаривать. Тихо, уходим, уходим, говорю, блин. Где там они? Где вражины? Вон он. Эх. Эх, уходим. Да, тут меня, конечно, хорошо прижали. Смотри, что происходит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, врагов, конечно, тут целая куча. О, еще, блин. Только успевай, как говорится, прятаться, да? А со здоровьем опять беда. Со здоровьем опять беда, блин. Ладно, броня полностью, 5 хп. Если честно, надо лечиться где-то. Надо найти подхил. Где его найдешь? Это у нас будет сейчас 2-4, а потом 2-5. Там уже босс. Угу. Так, автоматов никаких нету. Поехали. Твою ж налево, блин. Зачем же вы так делаете? Кто-то в меня стреляет еще ракетами, а? Ты что ли, Квазимода мелкий? Наверное, он 100%. Так, ведьмы. Ведьмы! Вот они вот такую вот фигню делают. Они распускают шары. Когда летает, вон, видишь? И надо... Так, а это кто там бомбит? Воу-воу-воу, зомби! Подбили. Так, что, наверх сбегаем, наверное, да? Где-то там зомби бегает, где он? Все, мы его уложили. Так, тихо-тихо-тихо, уходим. Блин, что застреваешь в всякой ерунде? Оу-оу! Ну, тут я сам, конечно, виноват, дал джазу. Трындец! А, я могу... Бесплатно. Это моя последняя попытка, друзья мои. Это моя последняя попыточка. Так, а тут-то что? Сундук. Так, смертоносные фрисби. Лазерная терапия. А, нет. Не хочу никакой лазерной терапии. Да уйди ты. Пускай лучше это остается у нас, да? Мне бы, конечно, хотелось бы гранатомет бы лучше бы. А, вот, все, он у нас стоит. Давай вниз. Что происходит? Эй! Ну, врагов действительно здесь много, ребят. Очень много. Так, справились, да? И когда вот такая вот суета, ты просто не видишь, куда идти. Просто не видишь, не понимаешь, куда стреляешь. Тут еще в тебя в этот момент летят снаряды, ты должен там юлить. Так, это что у нас такое? Так, я получил зеленый лук. Ага. Зеленый лук. Ну что, нам нужно двигаться в портал. Поехали. Что-то бонусов больше никаких не дают почему-то. 2-5. Здесь у нас будет босяра. А здесь у нас будет с тобой босс. Но
Где они там? Блин, нифига он бомбанул. Это кто там так стреляет-то? О-о-о-о, не надо врагов. Твою ж налево, блин. Уходим. Так. Бедный мой там рыцарь, а? Бедолага. Вот он там получает, а? Ну. Так, надо накопить энергию. Да и броню тоже надо накопить. Все? Какой там все, блин? Далеко не все. Так, призрак этот. Ага. Давай здесь. Да ё-моё, ну. Они закончатся когда-нибудь или нет? Эти противники-то. Тихо. Блин. Копить надо энергию. Энергия закончилась. О, блин. Вот же шмакодявка, а. Один раз попал, ты видел, да? Сразу три брони сносит. Почему так много? Вот меня вопрос интересует. Почему за одного удара он сносит три брони, а? Поехали. Давай, влупляем. Трындец. Я тут окопался, я боюсь просто сунуться лишний раз. Ну да, конечно же, врагов еще целая куча. Давай этого зомби валить. Фух. Так, давай заглянем сюда. Тут у нас статуя вора. И вот что он мне сейчас дал, вот объясни. Какой эффект? Непонятный. Двигаемся потихонечку. Не спешим. Блин, нифига, мы хорош. Срочно броню. Нифига, я там в него стрел навтыкал, ему пофиг. Да вы издеваетесь, что ли, блин? Трындец. Ну вот, ребят, ну вот как вот, ну как вот тут вот можно играть, а? Расколбасили меня. Так, ну ладно, чё ж поделаешь. Что, дорогие друзья, наверное, мы сейчас заберем с вами все, что у нас есть на почте, и будем потихоньку закругляться. Я его, наверное, прокачаю все-таки до 5 звезд рано или поздно, и посмотрим, что у нас из этого получится. Так, мы получаем с тобой билеты, плюс... Ага, плюс росточек. Ох ты, виола семицветная. Так, здесь кактус, легендарное оружие. Кстати, может быть, действительно, старые-то можно удалять? Чтобы они как бы нам не мешали. Да, и новые сразу, которые будут приходить, мы будем с тобой знать, что вот у нас есть новое задание. Все. Так, ну что, дорогие друзья, на этой ноте мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.